Шесть лет назад Следственный комитет России был выведен из системы прокуратуры и стал, по сути, самостоятельным органом, проводящим следственные действия. Поздравления с очередной датой признания достойного выполнения служебного долга принимали сегодня следователи управления. Благодарю за службу в самые сложные дни, в самых сложных условиях вы каждый день и ночь находитесь на службе, невзирая ни на какие невзгоды. Поэтому всех вас поздравляю и благодарю за службу. Шесть лет со дня образования Следственного комитета сотрудники Сочинского управления отметили на новых рабочих местах. Два следственных отдела, городской и отдел по центральному району, переехали в новые помещения, где ранее располагалось городское собрание. Такой подарок можно считать одним из элементов оценки деятельности комитета руководством курорта. Следственный комитет – это государево око. И я не раз уже всегда говорил, что самая главная задача следователя – это установить справедливость и честность. Это всегда очень тяжелая задача, но она самая важная, потому что все, что угодно может человек терпеть, если это честно. Если по отношению к нему будет проявлена несправедливость, то это никогда не проходит, и обида остается на следователя, а значит, на государство. История же работы следственных органов достаточно велика. Начиная еще с петровских времен, была создана служба расследования преступлений. Долгое время следственное управление находилось в составе прокуратуры. Ветераны следственного дела сегодня охотно передают свои знания молодым служащим. За шесть лет работы следственного управления Сочи накоплен немалый опыт. Только за прошлый год сотрудниками подразделений расследовано более 500 преступлений. По большей части дел завершено производство, а материалы переданы в суд. Это каждодневный труд, каждодневная работа, которую мы выполняем своим немногочисленным коллективом. Нас чуть менее 40 человек, из которых практически 20 следователей. Следователь – это человек, во-первых, профессионально грамотный, а во-вторых, молодой, энергичный, с большим психологическим запасом. Впрочем, несмотря на непростой служебный график, сочинские следователи находят время и для участия в повседневной общественной жизни курорта. Свой же календарный выходной день, на который в этом году и выпала дата образования управления, часть его сотрудников находились на рабочих местах, как говорится, на страже закона. Рената Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.